Азизе, у которой это брали, самую любимую внучку, чтобы причинить боль на суху, поджигает поместье, не зная о том, что там находится Али. Весть о пожаре, словно бомба, падает в семьи Асланбеев и Шадогу. Хотя Азизе сокрушена известием о том, что Али была в поместье во время пожара, но во всем она обвиняет султан. Миран пробивает дверь в комнаты, вытаскивает Раян и Али из огненной ловушки, а затем спасает Азада. Азад приходит в себя и говорит Мирану, что теперь в большом долгу перед ним и не забудет этого. Посмотрите очередную 30-ю серию, вы сможете уже 31 января.